Здравствуйте, дорогие наши друзья. Извините за долгое молчание. Просто были рабочие моменты. Нужно было срочно делать дела. Посылки практически все отправлены. Кому не отправлены, отправляются в ближайшие дни. Что касается ситуации, которая происходит во всем мире. Пожалуйста, давайте не будем нервничать. Спокойно подождем буквально немного. Возможность привести есть. Просто она немножечко, да, в принципе, даже не немножечко, а достаточно проблематична в плане того, что вы видите, какой курс валюты на сегодняшний день. То есть растения мы можем закупить, но цена достаточно высокая получается. Помимо того, что мы растения закупаем, еще их нужно привезти. И в этом есть сложность. Сложность еще есть в плане того, что растения могут простоять достаточно долго на таможне или в пробках, пока едут. Поэтому здесь есть опасность того, что мы можем получить сухарики. Поэтому сейчас мы все эти вопросы решаем, и в ближайшее время обязательно вас оповестим. Мы не болеем, мы абсолютно здоровы. Растения вирус не переносит, поэтому бояться не нужно. Еще что хочется сказать, что мы обязательно сейчас, как только все войдет в норму, мы обязательно будем привозить растения. Цены завышать мы не будем, поэтому не нервничайте, все будет хорошо. Сейчас мы, конечно, покажем все, что есть в наличии. Осталось совсем мало растений, но тем не менее, они пока у нас еще есть. И в ближайшее время мы будем пытаться решать вопросы, что нам привезти по возможности. То есть будет возможность, мы обязательно привезем. Что касается сбор заказов, мы обязательно в ближайшие дни выставим списки тех растений, которые мы будем заказывать. То есть списки составляются. В ближайшее время будет отправлен список на цитрусы питомник Тинтери, который мы тоже повезем, цитрусы из этого питомника. Также будет у нас заказ на экзотические растения. И плюс ко всему обязательно вот из тех питомников сицилийских, которых мы обычно привозим растения, мы тоже обязательно повезем. Поэтому немножечко терпения, и все будет замечательно. Не волнуйтесь. Обязательно в ближайшее время будем давать подробную информацию, которую будем, в принципе, узнавать и, соответственно, вам обязательно расскажем. Итак, у нас цены остались прежние. 3500 – это 20-й горшок из питомника Оскар Тинтери. Триплоид Камель с молодыми приростами. Две штучки. Вот первое, что один экземпляр, второй экземпляр. Лайм Санта-Барбара. Апельсин Новилейт. Мандарин Ташиба. Апельсин апельсин мальтийский. Далее апельсин Валенсия Лейт. Классный цветущий. Далее каналькулята Диполерма Лимон. Макрофила. И на заднем плане тоже лимон. Сейчас покажу. Демры. Не ошибаюсь. Да, демры. Такой вот классненький лимончик. Цитрусы в 20-м горшке 3500. Далее кумкват 3300 Маргарита. Лавр 2000 на штамбе. Очень хорошенький. Экзотические растения. Мыльное дерево. Далее фисташковый перец. Классные гранаты по 2000. Галюша, гуавы, гуаявы по 3000 еще есть. Вампи, далее азимины по 3000, прям шикарные. Кафорский лайм 3300, небольшие тут лимончики есть по 1500, лимон Мейера. Далее лайм квад 2600, еще один кафорский цветок. Лимон Диссарента 2600, еще один кафорский 3300. Далее рангпур красный 3300, два загара бьянки по 2000,
Опять же, Диссаренто две штуки, 2600. Вот один экземпляр, второй экземпляр. Далее Лумия 2600. Такой вот классненький. Амальфитана 3300. Капуччо две штуки по 3300. Очень классных. Карубара 3300. Сиракузана 3300. Инкапучата две штуки по 3300. И еще один Амальфитана. Черзе. Такой вот хороший раскидистый. Дальше два Лунарио и Сиракузана по 3300. Высокие. В хорошем состоянии. Далее Чинута 1-3-300 с молодым приростом и остаток плодов. Валенсия, классненький 3-300, Навелины, тоже вот, вот Валенсия и Навелина, цветущие. Сиракузана очень хорошо себя ведет, Сингвинелла остался 1-3-300, Мандарины. 3300. Грейп 3000. Бергамот дает молодые приросты 3300. Остался один мандарин Клеопатра 3300. Такой вот хорошенький. Далее грейпы по 7000. Олива 2300. Такая вот хорошенькая. Так, что еще? Кротоны по 300 рублей. Далее кариса по 2000. Чай по 900 рублей, классные кофе по 350 рублей, все это в наличии. Так, замечательно себя чувствует великолепно камелия по 1000 рублей. Один дракон остался, он сейчас начинает потихонечку просыпаться, 3300. Кукли по 3300, совсем немного осталось. Из Адама и Агруми. Две папуанки по 3300. По 800 рублей карубара. Микроцитрус. Из такой салатовой по 3300. Каламандин 2500. Мандарин 3. По 2600. Цитрон Максима и Умпат Хиндиши. Варигатные лимоны по 3300. Это вот, собственно говоря, совсем осталось, совсем чуть-чуть. А, вот еще, кстати, значит, по 300 рублей два мейера, один и второй экземпляр. Дальше Клементин Каффин, Клементин Палазели, далее Такли, прям такой хорошенький, далее Лимон Лигуре. Фрута Пикала, Кераджи просыпается, Лаймквад Лейкленд, Мальтийский апельсин, потом Карна апельсин, вот они, Кариса, Стрелиция по 900, по 800. В общем-то, собственно говоря, совсем-совсем растений, совсем чуть-чуть. Поэтому еще раз выставим списки, потихонечку будем еще раз показывать все, что есть. Всем всего доброго и до новых поставок. Что есть из Уценки? Из Уценки есть лимон Вашингтон, пробуждается. Далее Сацума Ивасаки, он тоже живой, вот почки назревают. Где-то еще там было видно, что почечки. Так, дальше здесь у нас лимон Верна, тоже он весь живой с листиками.
И рядом с ним еще один экземпляр. Так, это у нас Фернандина, тоже живой. Фина Лимон Фина. Это у нас Ивасаки. Вот такой вот классный. Так, Фина. Фина. Померанцы. Лимоны Верна. Это не все. Все зеленые. Зеленый, кто-то даже с листиками. Сейчас покажу с другой стороны. Так, это Валенсия, она тоже живая. Вот она даже с листиками частично. Эврика, лимон, Эврика тоже живой. И да, Эврика, Валенсия, вот они. Померанец, лимон, Фина. Что касается оценки, больше оценок мы пока делать не будем. Те, кто вот есть такие экземплярчики, которые поскидывали листву, мы дождемся частично. Частично поскидывали, частично начинают обрастать. Пока оценять ничего не будем, потому что слишком у нас получается затратно, исходя из того, что происходит во всем мире. Поэтому такая небольшая оценка. Что касается еще раз скажу, лимоны, которые вот дают веточки по 800 рублей, это лимоны Карубара. Вот они на оценке, на скидке, еще на оценке хиндиши Кумпат по 2600 и цитроны по 2600. Ну, собственно говоря, все остальное. Вот лимон Росса 2600. У него пробуждаются почки, он живой. Вот его можно. Там вот Кунпад за 1500 виднеется. Тоже живой. Кунпад нормально. И, в принципе, наверное, вот еще есть Каламандин за 2600. Тоже живой. И есть лимон Лунарио. Тоже весь зеленый. Вот его можно. Вот эти два бригадные, они обрастают, прекрасно черно себя чувствуют. Такая, в принципе, оценка.